Приветствую, друзья! С вами Буласов Михаил. И давайте продолжим наше оформление канала на YouTube. Нажимаем в левом столбце кнопку «Мой канал». Попадаем в свой канал. Выбираем «Менеджер видео». И нам необходимо нажать в левом столбце кнопку «Канал». Открылись настройки нашего канала. И сейчас нам необходимо подтвердить наш аккаунт на YouTube. Нажимаем кнопку «Подтвердить». Кто находится в России, оставляем страну «Россия». И выбираем, как нам удобно будет получить код подтверждения. Думаю, что удобнее будет получить его по SMS-сообщению. Вбиваем свой номер телефона и нажимаем кнопку «Отправить». И вот вы слышите, пришла смс-ка с номером подтверждения. Вводим его в поле для подтверждения. Нажимаем «Подтвердить» и видим сообщение с поздравлением, что канал подтвержден. Нажимаем кнопку «Продолжить» и возвращаемся в настройки нашего канала. Итак, дальнейший наш шаг по оформлению нашего канала будет включение более длинных видео. Более длинные видео. По умолчанию данная функция выключена. Я, видимо, уже включил. Обратите внимание, здесь же, где вы подтвердили номер телефона, чуть ниже под монетизацией функция «Более длинные видео». Будет здесь кнопочка «Подтвердить». Нажимаете на нее. И вы сможете загружать теперь видео свыше 15 минут. И давайте вернемся к нашему оформлению канала на главной странице. Нажимаем «Мой канал». Картинки у всех уже стоят. А теперь давайте установим в правом нижнем углу нашей картинки на главной странице ссылки на наш сайт, на наши аккаунты в соцсетях. Итак, как это сделать? Нажимаем на карандашик и выбираем «Изменить ссылки». Можно указать для коммерческих запросов вот здесь вот свою электронную почту. Это еще один вариант для того, чтобы люди, заинтересованные в вас после просмотра вашего канала, могли с вами связаться. Давайте сразу сделаем. В качестве примера. Все, сохранили адрес электронной почты. Следующий наш шаг, выбираем страну. Кто где живет. И теперь добавляем ссылки, которые у нас будут отображаться на картинке при входе в мой канал. Нажимаем кнопку «Добавить». Что можно сюда добавить? Можно добавить свой блог, можно добавить свои ссылки на аккаунты в соцсетях. И сейчас мы это сделаем. Итак, добавим наш блог, твоя вакансия, blogspot.ru. Обзовем его «Бизнес». В интернете. И вставляю ссылку на наш блог. Продолжим. Теперь вставим ссылку на аккаунт, допустим, ВКонтакте. Для этого нужно зайти в ВКонтакт и скопировать ссылку на свой аккаунт. Вставляем сюда. Следующее, что можно вставить, вставляем в Facebook. Вставили, обозвали имя нашей кнопки. Добавляем дальше.
Что можем еще добавить? Давайте добавим Twitter. Также вставляем ссылку на Twitter. Для удобства копируем название соцсети из адреса. Ну вот на таком примере мы добавляем интересные ссылки. То есть, как видите, их количество может быть велико. Сохраняем. Все настройки сохранены. И теперь давайте вернемся на наш канал. Нажимаем кнопку «Наш канал» и проверим работоспособность наших кнопок на картинке. Нажимаем кнопку «Бизнес в интернете». Сейчас откроется наш блог. Как видите, открылся. Смотрим дальше. Ссылки «Контакт», «Фейсбук», «Твиттер». Ну, для примера, вот одну откроем. Открывается «Твиттер». Все отлично. Таким образом, вы сюда можете вставить еще дополнительные кнопки, ссылки, нажатием на которые человек может с вами связаться и посмотреть о вас в соцсетях. Аккаунт мы создали, настроили его. И теперь давайте добавим описание к нашему аккаунту. Итак, мы находимся на главной странице «Мой аккаунт». Нажимаем кнопку «О канале». Мы здесь уже сейчас были. И нажимаем кнопку «Описание канала». И в описании канала вы пишете приветственную, так сказать, речь нашим новичкам, нашим подписчикам. Написали здесь свое приветствие, сохраняем. И оно теперь будет у нас отображаться в описании канала, на кнопке «О канале». И любой посетитель, любой подписчик сможет узнать информацию о вас, которую вы здесь написали. Возможно, вы напишете здесь о нашем бизнесе, о приглашении в проект, о каких-либо возможностях. Это уже на ваш вкус, на ваш выбор. И на сегодня это все. Спасибо за внимание. Всем удачи в оформлении и настройке своих каналов на YouTube. С вами был Булавцев Михаил. Пока-пока.